Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні у нашій студії Олексій Тихонов, експерт реанімаційного пакету реформ, керівник теплоенергетичних проєктів громадської спілки «Муніципальна енергія». Даруйте. Пане Олексію, дякую за те, що ви завітали до нашої студії, тому що це тема, яка, мабуть, болить всіх наших глядачів, оскільки всі буквально днями отримали платіжки про комунальні послуги і, відповідно, платіжки за тепло, які будуть отримуватися і в наступних місяцях. І тому дуже добре, що ви завітали до нас на Прикарпатті, але тим не менше мені би хотілося, щоб ви розповіли про свою громадську спілку «Муніципальна енергія» і які основні завдання ви ставите перед собою. І громадська спілка ставить перед собою, приїхавши сюди до нас на Прикарпаття. Мы создавались как общественная организация, значит, в которую входят другие общественные организации, которые связаны с созданием ОСББ, с созданием эффективного собственника, как мы его называем. И в нашу организацию также входит огромное количество технических экспертов, которые занимаются модернизацией систем отопления домов, утеплением домов, замены окон, установки счетчиков, приборов учета, для того, чтобы сделать из многоквартирного дома энергоэффективный дом, который будет потреблять меньше, чтобы жители могли платить меньше денег. Тобто основне цель. Завдання громадської спілки, я так розумію, і хотілося, щоб наші глядачі це зрозуміли, тобто це донести інформацію, яким чином ми можемо економити кошти. Тому що якщо буде тепло, то відповідно ми будемо тратити менше газу, а менше газу – значить менше грошей. Але є зразу ж такі питання до вас, пане Олексію. Щоб створити ОСББ, це не все так просто в нашій країні, тому що є дуже багато співпадіння законопроєктів, там, ЖЕКи, теплокомуненерго, не завжди вони йдуть на те, щоб дати можливість людям, ну, це ж комусь невигідно. Тобто, як це питання можна врегульовувати? Ну, этот вопрос регулируется законодателями нашими, да, то есть, если вы знаете, вышел новый закон, вступил в силу 1 июля, это закон 417-8 про особливости здійснення права власності в багатоквартирному будинку, который внес много изменений в закон про ОСББ, изменил систему создания, где-то усложнил, где-то упростил, то есть нельзя сказать, что он прям совсем решил проблему, да, то есть вот, но главный эффект, который он произвел, он собрал все полностью ранее в законах собранные нормы по поводу собственности в многоквартирном доме в один единый документ. И информационно он очень сильно помог за счет того, что люди теперь, ну, по крайней мере, мы это видим, больше понимают, что им принадлежит не только квартира, а вместе с квартирой им принадлежит в целом весь дом. Все инженерные сооружения, чердаки, подвалы, колясочные, вспомогательные помещения, и даже земля, если она выделена под домом, она тоже принадлежит собственникам квартиры и нежилых помещений. Але скажіть, будь ласка, таку річ. Створити ОСББ в будь-якому місці не має значення, чи це Івано-Франківськ, чи це Коломия, чи Галич. Складність полягає в тому, що ці будинки не є готовими для того, щоб люди могли взяти на себе. Ну, зазвичай багато будинків мають не шатрове покриття, а мають плоске покриття. Відповідно, старі комунікації. Якщо люди почнуть створювати ОСББ, то очевидно, що вони будуть мати фінансові труднощі для того, щоб це все змінити, для того, щоб зробити цю ефективність. Що ви можете з цього приводу порекомендувати? От смотрите, да, є міфи по поводу ОСББ, з якими ми теж активно стараємося боротися. Перший міф о том, що люди, создавая ОСББ, получають к себе дом. Это неправда. Почему? Потому что они уже им владеют. Просто на данный момент они им не распоряжаются. Создав ОСББ, у них появится возможность контролировать и денежные потоки, которые у них идут, то есть те платежки, которые они оплачивают за обслуживание дома придомовой территории, они будут контролировать, куда эти деньги будут тратиться. Значит, а что заважает им сейчас контролировать эти деньги? Если это ЖЭК, то тогда они могут просто писать туда письма или обращаться, и на рассмотрение ЖЭКа он может отреагировать, может не отреагировать, Пане может Алексей, послушать, скажи, может не послушать. Что могут люди начать? Вот есть желание створить ОСББ, но все чудово понимают, что будинок є старий, з комунікаціями старими, вода тече, там, в підвалах Бог знає, що твориться. Тобто, яким чином вони мають це почати робити? Ну, перше, що потрібно зробити, почати спілкуватися з сусідами. Це обов'язкове умова. У нас люди чаще всього в домах живуть так, як будто б вони живуть на хуторі в кілометрі друг від друга. І не всі навіть іноді на етажі друг друга хорошо знають, а якщо різні етажі, то, в принципі, і не розмовляють, іноді і не знайомі. Це раз. А второе, потрібно разом з сусідами пройти по дому, посмотреть, в якому він уже состоянии.
Люди думают, что они платят на сегодняшний день в тарифе за капитальный ремонт, хотя это неправда. Да? Примерно с 98 года в тарифе нету строки капитального ремонта. И думая, что они деньги туда вкладывают, эти деньги где-то накапливаются, они ошибаются, этих денег нет. Ждать, что кто-то, как в мультфильме, как прилетит в голубом вертолете и бесплатно сделает ремонт, да? Mm-hmm. То есть можно, конечно, но шансов с каждым годом все меньше и меньше. Плюс, опять же, есть миф о том, что люди, создав ОСББ, получают дом себе на плечи, и никто им не помогает. Это тоже неправда. Во многих городах действуют также городские муниципальные программы, которые помогают на условиях либо софинансирования. Некоторые программы даже помогают и делают ремонты точно так же, как в домах, где работают коммунальные ЖЭКи. Але з чого муніципалітет буде? Ну, зазвичай гроші виділяються на ЖЕКи, так? І ЖЕКи мали би це ремонтувати. З міської ради даються кошти, і ЖЕКи мають цю роботу, цей об'єм роботи, там, малювати сходову клітку, відремонтувати дах. А в такому випадку як ці кошти будуть? Вони будуть просто йти напряму на ОСББ? Смотрите, чи є можливість, чи є на законодавством передбачені такі статті, що депутаты міської ради можуть якусь... С точки зрения закона, дом, в котором приватизированы квартиры, нельзя вообще ремонтировать за деньги города. Вообще нельзя. Уже даже це сегодня. Це такий приватний будинок. Да, так оно есть. Он есть приватный. Да? Но це при умові, що даруйте, що мені хочеться просто, щоб якомога логічніше розібралися наші телеглядачі. Ви кажете, що не можна давати кошти на цей будинок. А якщо там є десяток квартир, які не приватизовані? Вот на тот процент, который не приватизированные квартиры, на это можно. Uh-huh. Вот. Но, опять же, есть хороший пример у нас в Украине, в Кривом Рогу. В Кривом Роге нету абсолютно уже на данный момент никаких ЖЭКов. Есть uh-huh. только частные управленческие компании. Они, начиная с 2008 года, согласно закону, начали проводить конкурсы, как это требует закон. Хотя в большинстве городов это не делается. Uh-huh. Они объявили конкурс о том, что они приглашают частные компании, также в нем участвовали коммунальные ЖЭКи, участвовать в конкурсе на обслуживание дома. И там не было тарифа, там была конкурсная пропозиция. Mm-hmm. То есть они предлагали сумму денег с квадратного метра, за которую они будут обслуживать. Как они говорят, что где-то с 2008 года у них сначала это не получилось, потому что не было рынка, не было компаний, mm-hmm. и у них выиграли коммунальные ЖЭКи, но меньшим числом. Те ЖЭКи, которые работали плохо, у которых были отрицательные балансы, они проиграли конкурс и не смогли обслуживать дома. В 2012 году они провели конкурс, и у них выиграло 9 ЖЭКов на весь город. Из них только один был коммунальным. Все остальные были частные. А на сегодняшний день у них 8 частных компаний обслуживают полностью весь жилищный фонд Кривого Рога. И при этом город не выделяет деньги на эти дома, на капитальные ремонты. Это все заложено в ту конкурсную пропозицию, которую они подавали. Но для того, чтобы люди создавали ОСББ, город при создании ОСББ участвует, опять же, да, вот настаиваю, не делает, а участвует в капитальном ремонте данного дома после того, как ОСББ забирает его себе. Сразу. Але найбільша є пересторога в жителів, що вони візьмуть, знову ж таки, повернемося до цього питання, що вони візьмуть на свої плечі цей тягар цього будинку. Ну, по-перше, якщо взяти будь-який будинок, депанельні будинки, особливо депанельні, де стики свистять і, можливо, навіть арматурні з'єднання вже до такої степені є непридатні, що найбог милує, але якщо це не робити, якщо це не перевіряти, зазвичай ніхто не перевіряє ці стикові зварки, і люди бояться просто взяти на себе, що потім, якщо прийдеться робити якусь реконструкцію, можливо, зашивати ці шви, можливо, десь робити якийсь ремонт, що це все ляже знову ж таки на їхні плечі. Як з цього вийти? Смотрите, эти мифы, я каким чернилом их можно спустовать? Да, вот опять же, возвращаемся к мифу. Это уже их. Дом уже их. То есть, уже давным-давно их. Да, да, он им принадлежит уже давно. То есть они этого просто не понимают. Есть два решения Конституционного суда Украины. 2004 года и 2011 года. В 2004 году первое решение Конституционный суд Украины вынес, сказав, что согласно закону о приватизации, человек, который приватизировал квартиру, также приватизировал и части инженерных конструкций дома сразу. При 100% приватизации квартир весь дом сразу уже четко перестает быть абсолютно коммунальным имуществом. Там вообще ничего нет от коммунального имущества. По сути, должен быть списан с баланса и передан куда-то, да, то есть либо организации, которые есть там ОСББ, а по новому закону списан с баланса просто в никуда. Значит, и
На основании этого люди должны понять, что не бывает так, что они купили машину, в которой им принадлежит только руль и кресло, а вся машина в целом им не принадлежит. И поэтому они не будут забирать дом, который, по сути, давно является их собственностью. Отказ... Вот так можно весь продать, да. Купить. Да, мы обычно это называем как вот эффект страуса. Да? Страус голову в песок спрятал, ему кажется, что он спрятался, его никто не видит. Да? Вот так же люди считают, что если они дом оставили у ЖЭКа, и не занимается им, то кто-то где-то напечатает деньги и потратит их на их дом. Олексій, але це не тільки люди так думають, це і жеки так думають, що це їхнє, що це вони мають вплив на цей будинок, що їм мають гроші тільки платити, тільки їм одним, більше нікому. Ну, тут я сам соглашусь, скажу також, що я є советником заступника мера в місті Києві, якраз по вопросам создания ефективного власника, як ми теж так називаємо, тобто і активно допомагаю мерії міста Києва в обучение персонала, администрации как раз в изменении вот этой парадигмы, чтобы они перестали называть дома частные коммунальными домами. Да, то есть, и вот у нас буквально в понедельник проходила очередная встреча на уровне вот заместителя мэра. Мы разговаривали с Киевземом, мы разговаривали с коммунальным предприятием, которое занимается коммунальным имуществом. Вот, и 3 часа мы им объясняли, какое имущество реально коммунальное, а какое имущество не коммунальное, а частное. Вот. И, в принципе, ну, достигли определенных результатов. Тобто мы понимаем, что это... чиновники переконати, что они набагато будинки не мають абсолютно жодного впливу. Мы, так? Да, мы сначала мы убедили мэрию, именно вот на уровне заступника мэра, который занимается коммунальным именно имуществом, да, то есть, а потом с помощью него, вот с помощью таких круглых столов, мы их потихоньку убеждаем, объясняем. На нашей стороне оказался юридический отдел КМДА, Киевской городской державной администрации. Они нас поддержали, сказали, что мы правы, что по закону мы все верно трактуем. Вот. Тобто порозуміння як таке є. А скажіть мені, будь ласка, як громадська спілка, ви ставите перед собою завдання бути практично в кожному обласному центрі, чи, можливо, навіть маленьких містечках, де ці міфи існують, і вони не розвінчені, і вони так вкорінилися в людські голови, що кращого немає, як зараз є? Ми в цьому питанні співпрацюємо з РПР, якраз там, де я є зараз експертом. І також ми... То есть я являюсь организатором... Реанимационный пакет реформ. Да, да. Также я являюсь одним из организаторов другой общественной организации, которая называется «Эффективный властник» и занимается только созданием ОСББ, то есть изучением законодательной базы и практической помощью в создании. То есть и мы также их обороняем, когда их пытаются ликвидировать. Либо... В таком случае наши глядачи, которые имеют желание что-то створить, на, ну, оскільки розуміння, що ОСББ немає, відверто скажу, і більшість глядачів наших така ж сама думка, вони можуть звертатися до вас, тобто вони можуть консультуватися, навіть, можливо, нашу передачу будуть дивитися і керівники ЖЕКів, і, можливо, майбутні керівники чи власники там, невеличких ЖЕКів, які матимуть бажання себе посвятити цій роботі. Чи можете ви дати якісь контакти нашим глядачам? Щоб вони У нас є сайт, називається vlasnik.org.ua. Значит, у нас есть страничка в Фейсбуке к этому сайту. Там на сайте есть семинар, который я вел, который записали наши ребята. По этому семинару, то есть он длился 5 часов, они сделали нарезку из 4 отрезков, значит, там, где я рассказываю, как создавать ОСББ, но единственное, это было до вступления в силу закона, да, вот этого нового, да. Мы специально вот сейчас ждали форума во Львове, куда мы съездили, да, потому что мы хотели пообщаться с депутатами. Очень много проблем в самом законе новом, да, которые можно трактовать по-разному. Мы надеялись, что они нам помогут с трактовкой, но, увы, да, то есть вот я сейчас вернулся сегодня со Львова, оттуда с непосредственно форума, трактовки нет. То есть вот как оно есть, как оно они прописали, вот так оно на данный момент и работает. В связи с этим мы уже, в принципе, наработали вот новую базу. В ближайшее время мы запишем новый семинар, опять на видео, да, как создавать вот от А до Я. Але чи можна повпливати на депутатів і чи можна, ну, до прикладу, на тих ініціативних, тому що, ну, не так їх там багато, але це питання депутатів Верховної Ради, які б могли, ну, якщо їм показати, що це недобре, це неправильно, можливо, таким чином вирішиться цей законодавчий колапс, який в нас, до речі, в багатьох сферах і галузях зараз. Ці колапси є такі, відверто кажучи. Ну, для этого, в принципе, я и согласился вступить экспертом в группу РПР, потому что она занимается лоббированием законов.
они меня взяли к себе экспертом для того, чтобы я как раз помогал именно вот в основном с ОСББ, и учитывая, что у меня второе высшее образование теплоэнергетик, вот это мой профиль второй, да, то есть, соответственно, я им помогаю также и в вопросах энергоефективности в домах. Якщо вернутися до міфів, які ще міфи є, які залишаються в головах людей, які не хочуть з цим змиритися, змінитися насамперед? Я недавно участвовал тоже как эксперт в оценивании результатов социологического исследования в, значит, организации НЕЦУ. Заказывал это немецкий фонд Конрада Аденауэра. Проводили опрос в 4 разных городах Украины по поводу отношения людей к энергоэффективным мероприятиям. Вот. И когда мы с другими экспертами оценивали, смотрели результаты, как люди реагируют на эти вопросы, что они считают энергоэффективным, что не энергоэффективным, где они видят большую экономию, где малую, мы пришли к выводу, что у людей огромный недостаток информации. Информационный голод и отсутствие вот базового понимания порядка введения мероприятий, которые необходимо делать в домах. Ну, а яке може бути розуміння, коли люди все життя платили за прибудинкові території, за чистки домоходів, за прибирання сходових кліток, за електроенергію на сходових клітках, якої практично ніколи, по великому рахунку, дуже мало розуміння було, за що люди платять і куди ці кошти йдуть, навіщо вони йдуть? Ну, вот смотрите, очевидно, да, то есть один из пунктов, который был в вопросах, вот, где они видят больше, да, экономию, где вот важнее экономить энергоресурсы, люди отвечали, что важнее экономить на промышленных предприятиях, а не в жилых домах. Они считали, что 85% потенциала экономии – это на предприятиях, на фабриках, на заводах. Да, то есть, хотя непосредственно вот настоящая статистика говорит о том, что 40% потребляемых энергоресурсов уходит в жилой сектор. То есть почти половина энергоресурсов это вот потребляет именно жилые дома. Значит, вторая проблема возникла в том, что люди считают, что достаточно экономить внутри квартиры. Вот индивидуальная стратегия, когда, да, наливать половину чайника, отключать пораньше приготовки еды плиту, ходить выключать свет, поменять лампочки энергоэффективные, поставить отражатель за батареей, что таким образом они вот на данный момент сделали максимально усилий и больше экономить они не могут. Данные мероприятия приводят примерно вот к 3-5% экономии. Вот. И в принципе это тоже хорошо, но это должен стать стиль жизни для того, чтобы в целом, да, то есть страна сократила, например, там, на 3-5% количество энергии, там, электроэнергии, тепловой энергии. Так и закупки тоже газовые. Да, вот. Но в деньгах конкретному человеку это практически не приносит никаких доходов. Мы в городе Киеве, вот, сотрудничая с администрацией, достали показания счетчиков на домах. В Киеве очень много типовых серий домов, панельных, советских, вот, постройки 70-х годов. Достали цифры о потреблении в этих домах со счетчиками и без счетчиков. Причем эти дома стоят рядом. То есть в одинаковых погодных условиях сказать, что кто-то из них по-другому нагревается, уже нельзя. У нас после исследования вот 15 домов разных типовых серий мы увидели, что примерно 25-30% дом платит меньше денег, если у него стоит прибор учета. Даже без регуляции, даже без возможности установки ИТП. Просто прибор учета и какой-то ручной регулятор элементарный, там, где может человек спуститься и просто вот попробовать что-то подрегулировать. В среднем у нас на одном доме, вот серия КТ-16, это 16-этажный дом на 128 квартир, панельный, керамзитобетонные панели со стыками, со швами, да, то есть абсолютно в нем ничего не сделано, только установлен прибор учета. За 3 месяца последних, вот у нас был один дом, в котором в феврале этого года поставили прибор учета, он сэкономил 100 тысяч гривен. Установка одного прибора учета на такой дом стоит примерно 50 тысяч гривен. То есть за 3 месяца он окупил полностью свой прибор учета, и сверху еще жители сэкономили около 50 тысяч гривен. То есть вот эти вот мысли, да, вот мы как раз и стараемся доносить до людей. Мы в ближайшее время будем собирать вот такую базу данных и показывать реальную экономию. Не теоретическую, в которую никто уже практически не верит, а будем собирать по домам, там, где нам будет доступна такая информация, вот, и будем показывать. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, з чого люди можуть почати? От вони зібралися на вулиці, зорганізувалися, і вони хочуть створити це ОСББ. Які перші кроки вони повинні зробити заради того, щоб дійсно ефективно віднестися до них і, зрозуміло, це розпочати? Закон требує ізвестити
всех жильцов о том, что вот появилась инициативная группа, и она хочет заняться созданием ОСББ за 14 дней до даты сборов установчих. Для этого необходимо знать, кто является собственником, потому что люди иногда путают регистрацию, прописку, как это было ранее, с собственностью. Это не одно и то же. Все те, кто имеет право власти на ту чи иншу квартиру. На данный момент сегодня, согласно вот этого нового закона, информацию в регистрационной службе можно получить абсолютно бесплатно. Не все об этом знают. Достаточно создать инициативную группу. Глава инициативной группы с паспортом должен явиться в отделение регистрационной службы. Йому должны видати бланк. Але він повинен мати якийсь протокол цих зборів? Тобто... Протокол, так. Да, просто протокол, три чоловіка. Це несложно. Три чоловіка збираються і в протоколі записують, що от раз, тобто, два, три. Не обов'язково це має бути рішення всіх власників нет, будинку? Ні, достатньо трьох людей. Це мінімальне кількість. Три чоловіка в ініціативній групі приймають рішення о том, що вони вирішили провести збори. Фиксируют протоколом, подписываются втроем. С этим протоколом приходит тот, кого они избрали главой с паспортом в регистрационную службу, заполняет стандартный бланк, и ему должны в регистрационной службе дать список всех собственников, которые есть в открытом реестре. Существует небольшая проблема, связанная с тем, что реестр заполняется только с 2013 года. Все, что, значит, людьми было до 2013 года куплено и после этого с этим не проходило никаких изменений, оно хранится в БТИ. Mm-hmm. То есть с таким же обращением нужно обратиться в БТИ. Единственная проблема, что закон этот момент никак не регулирует. Если БТИ ответит отказом, мы рекомендуем обратиться в муниципалитет и попросить, чтобы муниципалитет попросил в БТИ данную информацию. То есть мы в Киеве БТИ сейчас... БТИ имеет даты цены на безкоштовной основе и муниципалитету, и тем... Смотрите, да, БТИ за это не просто денег, а просто БТИ может ответить, что он защищает информацию приватную, да, то есть и не дать просто эту информацию на руки людям. А в муниципалитету, в Минской раде, чи в конкому Минской рады, он обязан. Да, он дать обязан. Мы таким образом выстроили как раз вот отношения в городе Киеве, то есть у нас там... Фактически все наши пилотные проекты сейчас проходят на столице, на самом большом городе, там, где труднее всего на данный момент работать. Там сейчас работает, там есть департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, инициативные группы обращаются к нему, он обращается в БТИ, получает списки и отдает списки инициативной группе. Получив эти два списка, люди знают, кого надо извещать, с кем надо разговаривать, и они понимают, сколько у них вообще собственников и сколько всего помещений. После чего они должны известить всех о дате проведения сборов за 14 дней. Вот, и провести сборы. На сборах основные вопросы, которые они должны поднять, это хотят ли люди создавать ОСББ. Если хотят, то должны придумать название, принять устав. Рекомендуется принимать типовый устав, чтобы люди долго не совещались по поводу того, теж, что... Теж можно найти сейчас, и можно даже на вашем сайте. Можно, да. Устав. И типовый устав есть на сайте Минрегиона. То есть он уже принят, он зафиксирован. Там, опять же, вот то, что мы обсуждали. Министерство регионального розвитку Украины. Да, да. Можно и на нашем сайте. Очень много ресурсов, которые опубликовали его. Это типовый устав для ОСББ. Единственное, да, вот сразу то, что мы сейчас все говорим, есть проблема определенная. Он не согласован с фискальной службой. ОСББ является неприбыльной организацией, но статус неприбыльности нужно получать после регистрации. То есть нужно подать заявление, подать документы и присваивать статус неприбыльности. ОСББ не платит налог на добавленную стоимость НДС и не платит налог на прибыль. Это еще вот один великий плюс по сравнению с ЖЭКами и с приватными ЖЭКами. Да, то есть поэтому у них затрат будет меньше уже, хотя бы ради этого уже стоит это сделать. Но в законе об общественных организациях говорится, что они получают статус неприбыльности только в том случае, если в уставе прописано, что они при ликвидации отдают все свое имущество в пользу государства, либо другой общественной организации с таким же статусом. А типовый устав прописывает, что в случае ликвидации все имущество должно распределяться между собственниками квартир и нежилых помещений. Пока решения на уровне законодателя нет, мы рекомендуем прописывать так, как требует того налоговая служба, для того, чтобы получать статус неприбыльности. Потом, в случае изменения законодательства, можно будет внести изменения в устав и не потерять этот статус. Не виглядатиме це для жителів, що, можливо, хтось має бажання цю всю нерухомість і власність собі, ну, вот, у випадку, да. У випадку
реорганизации этого ОСББ? Смотрите, это вот как раз один из тех же мифов. Опять же, в ОСББ нет имущества. Угу. ОСББ – это организация, которая создается для управления имуществом жильцов, которые… Это может быть прописано в уставе для того, чтобы не выникало таких… Это даже не нужно прописывать. Угу. То есть в ОСББ квартиры не переходят. То есть ОСББ ими не владеет. Это капитальное отличие ОСББ от кооперативов. Вся собственность остается у жильцов. Угу. Жильцы предъявляют документы на собственность в момент, когда они голосуют. Це важливо, що ви зараз говорите, оскільки, напевно, ті люди, які з цим зустрічалися або десь намагалися це робити, можливо, не все. Это один из мифов, да. Люди говорят, что получается, что потом, и то, что сейчас касается кредитования государственной программы, да, в залог ничего не отдается. В ОСББ нету имущества. Все имущество ОСББ – это, возможно, купленный стол, стул, компьютер для бухгалтера и все. Как мы обычно шутим, это ведра, тряпки, мыло, да, то есть то, чем пользуется потом персонал. Это то, чем владеет ОСББ. Никаких квартир, никаких помещений, ни чердаков, ни подвалов. Это все принадлежит жильцам. ОСББ нужно только для того, чтобы оформлять официальное решение о том, как пользоваться общим имуществом, как им распоряжаться и как его обслуживать. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, які тоді взаємодії можуть бути ОСББ з існуючими ЖЕКами? Або, можливо, з якимись структурами, тобто яким чином, якщо буде керівник ОСББ, значить він матиме можливість наймати когось, прибрати прибудинкову територію, оплатити ці кошти, потім презентуватися. Взаємодія. Есть разные формы жизни, как говорят, после ОСББ. Да? Значит, самая простая форма, которая вот сегодня с этим законом как раз и должна вот стать одной из самых популярных, плюс надо, еще я то, что не сказал, надо знать уже всем жильцам многоквартирных домов, что с 1 июля 2016 года, если они не определятся с управляющей компанией самостоятельно, либо путем создания ОСББ, либо через протокол без создания юрлица, то им эту организацию фактически навяжет местный городской совет в лице депутатов. Угу. И кто там будет, это вот на их властный рассуд. Как они решат, так и будет. Это может быть або кто-то из жильцов, керівником ОСББ, який має управляти в цьому будинку, або це буде просто якась група? Ні, депутати назначать просто управляющую компанию. Это будет частная фирма, скорее всего, может быть коммунальный ЖЭК, с которым депутаты подпишут договор на год, да, то есть и жители не смогут на это никак повлиять. Значит, если же будет ОСББ, если люди создадут дом ОСББ, то у них есть несколько путей дальше. Они могут полностью имитировать ЖЭК. То есть они сделают свое штатное расписание, будет глава ОСББ как директор ЖЭКа, будет главный инженер у него, будет бухгалтер, будет мастер, будет так, дворник. Так, да. Кушторосы вверх, да, это, и выдатки. Это ЖЭК. Не, почему? Дома свыше 10 тысяч квадратных метров, большие дома, да, вот у нас в столице очень много таких домов, они полностью функционируют самостоятельно, им хватает денег, у них довольно большой финансовый бюджет месячный, то есть они могут себе это позволить. Маленькие дома уже позволить себе этого не могут. Они могут объединяться в декольках, в декольках будинки. Да, да. Могут делать так. Чаще всего они поступают, сейчас потихоньку развивается рынок вот этих услуг. Значит, они нанимают компании отдельно, вот как сейчас модно говорить, клининг, да? То есть обслуживание лифтов, вывоз мусора, обслуживание сантехники, электрики, вентиляции. С каждой компанией они заключают отдельный договор. Очень удобно ОСББ работать с ФОПами, потому что ОСББ нет налога на добавленную стоимость, и поэтому… А ФОПи, ну, тобто физичних осіб, є єдиний податок. Да. Так? Тобто це, знову ж таки, зменшує навантаження на комунальні послуги. И упрощает бухгалтерскую работу непосредственно в ОСББ. То есть следующий вот вариант – это они заключают много разных договоров с разными компаниями, которые каждый из них отдельно обслуживает, вплоть до того, что приходящий бухгалтер появляется у них, то есть он приходит два раза в неделю, когда жильцы хотят с ним пообщаться, дистанционно абсолютно вот, на расстоянии ведет бухгалтерию, значит, сами печатают платежки, все сами это делают. Есть следующий вариант, это когда ОСББ деньги собирает у себя на счету и нанимает одну компанию, которая полностью комплексно их обслуживает. Але є ринок, і можна завжди поміняти цю компанію, якщо вони не справляються своїми. Можна навіть от договоритися з ЖЕКом, значить, существують смішні моменти, ну, як для жителів, наверное, не завжди смішні, коли один і той же ЖЕК, навіть в тому числі комунальний, в ОСББ в кооперативах обслуживает хорошо, потому что по концу месяца ему деньги перечисляют не жильцы по платежке, да, а глава кооператива либо ОСББ, который оценивает их работу в целом, если они работали плохо, он перечисляет им не всю сумму. И плюс они знают, что от них могут всегда отказаться. А рядом стоящий коммунальный дом они обслуживают плохо, потому что там жильцы платят напрямую и по привычке продолжают платить, даже когда услуг нет в доме.
От. Але вони платять і ЖЕКу, і платять ще ті людині, яка їм щось зробить. Тому що зазвичай да. Сантехніки так поступають, хай дарують їм мені за це, ці слова сантехніки, хай вибачають, але так воно десь в якійсь мірі є. Ну, опять же, да, тут зараз маленьке уточнення дам к вашому коментарю. Люди думають, що вони платять за все, коли вони платять в квитанції ЖЕКу. Значит, внутри квартиры ЖЭК не обслуживает ничего бесплатно, кроме коммуникаций общих. То есть это стояки, это канализация, да, то есть и, возможно, радиатор батареи, если, то есть, вот, как он, если его порвало вместе со стояком. Все остальное – это частное имущество, там только за личные деньги, что при коммунальном ЖЭКе, что при ОСББ, потому что это не входит в оплату общую. То есть не может человек каждый в каждой квартире платить за ремонт частной какой-то квартиры отдельной. Поэтому там всегда будет отдельный счет. Но если порвало стояк общий, то это общая проблема, соответственно, она чинится за общие деньги. Пане Олексію, у мене є питання до вас такого гатунку. Значить, очевидно, що це на часі, це потрібно робити. Але яким чином бути людям, коли є, до прикладу, теплокомуненерго? Тобто, хто має ці теплові лічильники ставити? Ну, при умові, якщо ОСББ вже створений, то очевидно, що ОСББ складають люди гроші, купляють цей лічильник, і тоді у них зовні тепло, яке зайшло від теплокомуненерго, чи там від якоїсь іншої котельні, чи, ну, бо можливо, що люди будуть мати можливість, зараз наш, у нас же дуже багато проблем є з тим, що люди не можуть зробити індивідуальне отоплення, тобто є багато ЖЕКів, які лобіюють це питання на відріз, щоб не втратити свої кошти. Як в цьому сегменті бути, тобто хто має купити ці теплові лічильники? Можливо, є якісь інші технології, які вже є на часі, і оскільки ви маєте до цього відношення, то, можливо, ви щось порекомендуєте, щоб люди не думали, що вони можуть тільки отримувати тепло від якоїсь там компанії, яка надає ці послуги. Смотрите, значить, по поводу того, кто, если общедомовые, да, счетчики. Общедомовой счетчик нету у нас на данный момент сегодня обязательств со стороны монополистов устанавливать их на дом. Ну, це очевидно, тому що є дуже багато можливостей списувати кошти і так далі. Ну, це очевидно. Да, і у них інтересу в цьому нету, да, тому що вони тоді будуть продавати менше тепла, соответственно, вони їх теж не ставлять. Так, і будуть всі ті збитки лягати на їхні. Да. То, що я говорив раніше, да, то есть это вот как раз та ситуация, когда жильцы должны понять. То есть я уверен в том, что когда они будут знать, что они в течение буквально первых 2-3 месяцев сэкономят эти деньги, то есть они найдут возможность установить сами. Тем более много госпрограмм, там, где если нет денег, есть и кредитование на сегодняшний день, да, то есть льготное с возвратом денег со стороны государства, да, может муниципалитет в этом помогать. А у нас есть очень хороший яркий пример сейчас, это вот город Киев, который принял решение вот в 2015 году и установил в течение года 4000 приборов учета. А в Киеве... Тобто це було виділені бюджетні кошти міста? Не только. Не только. То есть там было титаническое решение. Значит, мэр договорился с монополистами, с Киевэнерго, и Киевэнерго установила 3000 счетчиков, а город установил 1000. Угу. То есть они работали в тандеме, мы за этим процессом наблюдали весь год, потому что, честно, сразу скажу, что не верилось, что такое количество можно установить. До этого город, по нашей статистике, устанавливал не более 600 приборов учета в год. То есть на данный момент, сегодня, к 1 декабря, будут сданы все 4000 приборов учета. Угу. И во всех этих домах будет начисляться уже отопление согласно непосредственно, вот сколько потребили дома, столько они получат в платежках. Осталось еще порядка 2500 домов, которые не успел город снабдить счетчиками, потому что не хватило финансирования, и просто физически было очень трудно такое количество установить. И вот на сегодняшний день мы, когда общаемся с городом, город... услышал нас, то есть сам, в принципе, выступил с инициативой и предложил еще теперь, помимо этого, эти счетчики устанавливались абсолютно бесплатно для населения, предложил софинансирование, потому что сейчас бюджетный год закрывается, пока он откроется, пройдет время, а зима уже тут, да, то есть и платить надо уже сегодня. Сейчас, в данный момент, вот в Киеве разрабатывается программа, по которой жители смогут купить сам прибор учета, он стоит порядка 30 тысяч гривен, а город возьмет на себя все расходы, полностью связанные с оформлением, с проектированием и с установкой. То есть и те жители, которые на это пойдут, то есть они смогут установить, конечно, не полностью, как было у других даром, да, то есть, но они очень быстро почувствуют в своих платежках эффект от этого. Мы, как, вот, как общественная организация, будем заниматься информационной составляющей, будем точно так же с городом уговаривать жильцов, потому что это в их интересах. Они к концу этого отопительного периода почувствуют, что они сделали правильный выбор.
Пане Олексію, тоді наступне питання, оскільки ми десь так його торкнулися, але не повністю розкрили. Якщо люди організують ОСББ, стануть ефективними власниками свого майна, чи можуть вони розраховувати і в якому сенсі, і яким чином вони можуть розраховувати все-таки на підтримку? Ну, ми знаємо, що є багато грантових проєктів, де можна просто звернутися від ОСББ до грантових грантодавців, які надають якісь там можливість отеплення будинку, заміну вікон. До речі, теж один з міфів, про який ми говорили до ефіру, що якщо поміняти вікна, двері, то все в нас буде гаразд, і ви його не розкрили, цей міф, так що не забудьте. Але мене цікавить питання ще, все-таки, чи матимуть вони можливість якимось чином звернутися до муніципалітету і на якій основі зможе муніципалітет надати можливість там, знову ж таки, закрити ці шви, зробити шатровий дах, оскільки він надзвичайно вартісний і просто, я так думаю, що самі жильці, навіть маючи ефективне ОСББ, не зможуть його зробити, якщо це не буде якесь асигнування або, можливо, якісь виділені кошти. От, смотрите, мені вчора во Львові якраз один із моїх колег розказав дуже цікаву історію. Він живе недалеко від Львова, в Стрій, місто Стрій, значить, і він займається якраз модернізацією домів, тобто це його професіональний його труд. Он на этом зарабатывает. Вот. И он свои услуги реализовывал, как правило, не в том городе, где он живет. Вот. И когда он попытался также сделать то же самое в городе в своем, то он выяснил, что в его городе муниципалитет никак не помогает абсолютно в домах, где созданы ОСББ. Соответственно, они не создаются практически. Люди не хотят их делать, потому что не видят в этом смысла. Ну, напевно, ніхто не веде роз'ясненої роботи, і тому в цьому і полягається біда. Поэтому, то есть, а он такой, мы его называем, да, человек-батарейка, да, то есть он зажигалка. Значит, что он сделал? Он поездил рядом по тем городам, где у него все хорошо получалось, и выяснил, что в этих городах есть либо рады ОСББ при муниципалитетах, либо есть ассоциации. Он съездил в ближайшую, которая вот ближе всего к нему находилась, в Броды, значит, пообщался с ними. Значит, посмотрел, как это работает, спросил, как они вообще с городом общаются. Они сказали, что они, когда создались, они пришли в город и потребовали, чтобы город с ними сотрудничал, чтобы город им помогал, потому что им очень трудно самим самостоятельно это делать. Старый фонд, очень тяжело, причем это ж во Львове маленькие домики, им трудно собирать деньги, это не огромные дома, как так. У нас, например, в Киеве. После чего он вернулся обратно к себе, собрал те ОСББ, которые были созданы уже у него в городе, и собрал тех, кто хотели что-либо делать в своих домах, но боялись создавать ОСББ. И начал их убеждать, что им нужно объединиться. Уже не на уровне дома, а на уровне ассоциации. Две недели разговаривал, не смог убедить. После чего взял самых активных, посадил в машину и увез туда, где это создано. Привез их на заседание у мэра. Они сидели 2 часа, слушали. Впечатленные вернулись обратно, и через неделю он создал Раду ОСББ уже у себя, в своем городе. После чего процесс двинулся с мертвой точки. То есть их начали слушать, и город начал говорить: «Хорошо, если вас так много, если вы все объединились, вы все хотите, мы будем вам помогать». Знову ж таки, куди не кинь, тільки консолідація розумних думок може змінити і країну, і депутатів дуже легко убедити, коли вони розуміють, що перед ними стоїть избиратель в великому кількості. Да, то есть они понимают, что если они сейчас откажут, они откажут не одному человеку, они откажут большому количеству людей. И люди это запомнят. Ну, по великому рахунку, ми маємо зараз шанси зробити, оскільки зараз прийшли нові керівники органів місцевого самоврядування і нові депутати, які, можливо, будуть 2 роки, можливо, будуть 5, невідомо, але їм перед ними стоїть велике завдання щось змінити за цих 2 роки. Якщо вони будуть ефективними навіть в цьому сегменті, то очевидно, що буде. Тому тут я рекомендую наступний шаг. Тобто, помимо того, що от ми зробили ОСББ на рівні дому, треба продовжувати розвивати місцеве самоуправління, да, тобто, і виходити на більш якісний рівень. Тобто на рівні міста створювати асоціацію і від асоціації вже розмовляти з містом. Але ви говорили про те, що муніципалітети по великому рахунку не мають права виділяти кошти на такі будинки, якщо вони повністю приватизовані. На умовах співфінансування. На умовах співфінансування, зрозуміло. Також в Києві у нас був проєкт в цьому році вже практично реалізовано, залишилося зовсім чуть-чуть, десь місяць. Пилотный проект, небольшая сумма была выделена именно вот на условиях софинансирования. Город давал 70% суммы, а 30% должны были собрать ОСББ-кооперативы.
Вот. И ограничение было единственное, это должны быть энергоэффективные мероприятия, которые приведут к экономии денег для жильцов. Вот, відносно енергоефективних мероприятий, про які ми не розвіяли, тож, будь ласка, щодо заміни вікон, бо всі зараз говорять, всі кошти грандові, там, можливо, якісь програми є, поміняти вікна в всіх садочках на пластикові і так далі. Что с этого проблема, можете сказать? Да. По просьбе муниципалитета, как раз я непосредственно курировал эту программу от общественности и сопровождал его прямо с начала, вот с момента, когда подавали заявки главы ОСББ кооперативов, и вот до сих пор я все еще его сопровождаю. Mm-hmm. Да, то есть приеду в понедельник обратно в Киев и буду продолжать, да, то есть выяснять, как там дела, как у них что происходит. Значит, первая проблема, с которой мы столкнулись, это люди пришли, как вы правильно сказали, с заявкой «хочу утеплить фасад». Первый вопрос, который я же задал, сидя в комиссии вот по приемке этих заявок, я говорю: «Хорошо, а у вас есть прибор учета на доме?» Он говорит: «Да, есть, но он поломан». Угу. Я говорю: «Хорошо, ну вот вы утеплите дом, а как вы будете экономить деньги?» Вот. Он говорит: «А можно я?» Говорит, так, он говорит, не для протокола, да, у нас, говорит, очень холодный дом. И когда мы поставили прибор учета, получилось, что дом начал больше потреблять, да, чем по норме. И мы его сломали. Угу. Вот. Поэтому, то есть, на что я сказал, что нет, ну, вы поймите правильно тоже, да, мы не можем утеплять фасад, если у вас нет прибора учета, вы не достигнете экономии. Если вы хотите участвовать в конкурсе, вы должны обязательно его починить. Через неделю он пришел со справкой непосредственно от того, кто производителя этого прибора учета, счетчик, это была компания Simpal. Значит, и в справке было уже написано, что он поверен, он починен, и он готов и принят на коммерческий учет. После чего, значит, мы с ним еще долго обсуждали, какие мероприятия лучше в доме сделать. Он сказал, что он может регулировать тепло. То есть может регулировать подачу. А какие треба зробити мероприємства для того, щоб зекономити? Значит, порядок действий для стандартный для дома должен быть такой. То есть первое, самое большое, самое важное мероприятие – это прибор учета. Он не является энергоэффективным мероприятием, но без него невозможно получать зменшити экономию. Зменшити навантаження. Да, так. Да. То есть невозможно получить экономию уже в деньгах. Поэтому он является самым главным условием для того, чтобы продолжать движение дальше. Следующее мероприятие необходимое – это регуляция, погодное регулирование, которое называется. Если есть достаточно денег, то ИТП, значит, индивидуальный тепловой пункт. Автоматичное погодное регулирование. Да. Да. Для чего это необходимо? У нас зимы в последнее время теплые. И поэтому первых два месяца зимы и два последних месяца уже, ну, начало весны – это теплые месяцы, когда дом реально потребляет гораздо меньше тепла, чем идет по нормам. У нас сейчас вот в городе Киеве стартовал небольшой марафон, начали выкладывать в Фейсбуке платежки свои жители, кто сколько платит. И два дома ОСББ, которых я очень хорошо знаю, потому что мы помогали им создаваться, выложили платежку гривна 38 один дом и гривна 59 за квадратный метр второй дом. Это, а не, в порівнянні это, ті, это не тариф, да. Тариф 16 гривень 14 копеек с квадратного метра, это без прибора учета. С приборами учета, но без регуляции, приходили 6 гривен, 7 гривен, да, то есть меньше, чем норма, но все равно довольно много. Эти дома показали феноменальные цифры в 1 гривну, в 2 гривны, в 1,5 гривны. То есть это выглядело настолько необычно для других жителей, да, что они не поверили, что это реально возможно. Мы сейчас попросили, чтобы они из этих домов дали не одну-две платежки, да, то есть как там глава правления, чтобы люди не подумали, что это какие-то особенные люди, что весь дом заплатил именно столько. Цена пошла не за счет снижения тарифа. Тариф у них такой же большой. Тариф 657 гривен на 24 копейки за 1 гигакалорию. Они потребили меньше. За счет того, что когда было тепло, они прикручивали, да, то есть, тем более, что в этих обоих домах даже вручную прикручивать не надо, температура выставляется в зависимости от температуры окружающей среды. Да. Вот. Единственное, это новые дома. То есть оба этих дома построены относительно недавно, значит, и у них хорошая система разводки, правильная. Это третье мероприятие, которое необходимо сделать сразу после того, как будет регуляция. Это отбалансировать стояки в доме и... Вот если вот люди живут в домах старого типа с вертикальной разводкой, есть такая вот у них перемычка, называется байпас, она есть не у всех. Многие не понимают, зачем она нужна.
система подачи в старых домах идет сквозная, то есть подается на крышу дома, а потом вниз через каждую батарею спускается вода вниз. Если что-то происходит в одной из батарей наверху, то все, кто ниже находится, они получают большую проблему с отоплением. То есть либо заужается канал, меньше воды идет, либо значит, останавливается ход воды, либо замедляется. И в итоге у нас получается стандартный эффект, когда на верхних этажах у нас Африка, да, а на нижних этажах у нас Гренландия. И вот в этих случаях, когда люди начинают менять окна и утепляться, у нас наверху становится еще жарче, а внизу как было холодно, так холодно и остается. И поэтому, во-первых, вот эти три мероприятия, они самые важные для того, чтобы достигнуть именно экономии. То есть это прибор учета. У нас дуже цікава тема, але на превеликий жаль ефірний час не є безрозмірним. Мені би хотілося на завершення, оскільки це вже технічні речі є, я думаю, що навіть оце регулювання, це вже мають проводити дійсно фахівці, які в цьому щось розбираються і знають, як це зробити. І очевидно, що наші телеглядачі матимуть можливість, можливо, вийти на сайт. Ми намагатимемось поставити сайт у ефір, щоб вони могли звертатися до вас. Але тим не менше, мені б хотілося, щоб на завершення ви сказали якусь ключову фразу, яка буде цікава, і що людям все-таки потрібно робити, не боятися. Це найважливіше. Да, перше, ОСББ – це не колхоз. Да, то есть вот этот один из мифов, да, то есть ОСББ – это то, что должны мы сделать все в своих домах для того, чтобы эффективно управлять своим собственным имуществом. И экономить гроши, на самом деле, да. Свои власти. Да, то есть нужно понять, что это уже давно нам принадлежит. То есть принадлежит нам это давно, еще начиная с момента выхода закона о приватизации. То есть как только мы начали приватизировать квартиры, мы должны все понимать, мы начали приватизировать дом в целом. Он весь наш, да? Он не падает нам на голову. Это наше имущество, которое мы собираемся передавать своим детям, своим внукам, да? То есть и мы должны за ним следить. Дом должен стоять долго, дом должен быть теплым, энергоэффективным. Не нужно ждать, что кто-то придет и сделает что-то вместо нас. Да? Не нужно думать, что город нам не будет помогать. Город не бросит своих жильцов, даже если там будет ОСББ либо кооператив. То есть это миф, это неправда. То есть нужно создаваться, нужно управлять своим имуществом, нужно платить только за то, что реально тебе оказывают, либо за то, что ты потребил. Пане Олексію, надзвичайно вдячний вам за те, що ви сьогодні так розповіли нашим телеглядачам. Очевидно, що цієї інформації бракує. І я думаю, що найближчий час ви матимете можливість, будь ласка, приїжджайте до нас на телеканал. Ми з радістю надамо ефірний час для того, щоб це розповісти. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що саме сьогодні у нас в студії Олексій Тихонов, експерт реанімаційного пакету реформ, керівник теплоенергетичних проєктів, громадська спілка «Муніципальна енергія». Отож, спасибі велике і до нових зустрічей. Дякую.